Ни секунды промедления, ведь от их работы зависят жизни людей. На чемпионате студенты Тетюшевского колледжа гражданской защиты показали, как в будущем будут спасать людей. Наружу пострадавший под завал. Нажат ты, верхний, конечно, стекла нужен. Режим. Одни компетенции зрелищные, а некоторые проходили в полной тишине. Будущие фармацевты 6 часов делали анализ воды, искали хром и ни разу не оторвали взгляда от своих колб. В зависимости от того, какие они анализы выдают, качество анализов, зависит то, как мы с вами будем жить. Все задания чемпионата взяты из реальной жизни. Так, компетенции в сервисно-воздушном транспорте были пассажиры как с детьми, так и с животными. И даже в нетрезвом состоянии не обошлось здесь и без главного атрибута – настоящего билета на самолет. Казань, Внуково. Сейчас, подожди, ну ладно, не паникуйся, пожалуйста, сейчас я найду его. Пожалуйста, да, быстрее. Сохранять спокойствие в любой ситуации – главное правило агентов регистрации и инспекторов авиабезопасности. На соревнованиях командам аэропортов Казань и Бегишева пришлось столкнуться сразу с 30 нештатными ситуациями. Есть определенные правила, которые нельзя обойти. То есть при несоблюдении этих правил пассажирам мы имеем право просто не допустить к самолету. А если они начинают ругаться? До свидания. Пойдемте. Я думаю, что твоя компетенция располагается здесь. Именно здесь твое настоящее место. В этом году уже по баллам, если посмотреть, и по качеству выполнения этих работ, у нас намного лучше положительная динамика по сравнению с теми результатами 2016 года, ну, 2015, тем более. Из 1500 участников республиканского конкурса победителей и призеров оказалось 2/3. Сейчас эксперты решают, кто из них представит республику на национальном чемпионате. Состоится, кстати, он в мае в Краснодаре. Я как бы ожидал то, что я, ну, хотелось, по крайней мере, то, что занять какое-либо призовое первое, второе, третье места. Елизавета Саляхова, Роман Фенин, Игорь Романов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».